Всем привет! Меня зовут Надежда. И я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Ребята, у меня сегодня подарки. У меня пришли сегодня подарки. Да, вот так вот, если честно, нежданно и негаданно. Есть такой прекрасный канал, называется «Картины и цветы». Хозяйка этого канала Аня. Аня, будешь меня смотреть? Огромный тебе привет! Так вот, Анечка взяла и отправила мне подарки. И если честно, я не знаю, что там. Мы вместе с вами сейчас будем смотреть, что она мне там отправила. Вот такая вот коробочка и вот такая. Вот это очень тяжелая, вот это полегче. А вот это то, что Аня заказала себе. Но так как она отправляла сначала мне подарки, потом просто забыла переставить, скажем так, пункт доставки, и целый грунт тоже пришел мне. Вот, Анечка, давай сделаем так. Он не, скажем так, не легкий. Ты говоришь, будем там друг другу потом посылочки отправлять, отправишь мне его. Слушай, давай сделаем так уже. Почтой отправлять это дороговато получится, я тебе честно говорю, да, потому что он будет иметь вес. А если мы еще друг другу будем отправлять какие-нибудь растюшки, он может их просто подавить. Поэтому давай так, я сейчас оформлю вот этот CO-грунт. Ты мне скинь, пожалуйста, ссылочку, потому что я себе его никогда не заказывала. Скинь мне ссылку вот на этот CO-грунт, и я закажу на твой именно пункт. И пункт, на котором ты любишь получать на ВБшке, да? И я тебе его отправлю. Договорились? Ну, а этот уже пускай будет у меня. Так, все, давайте начнем. Знаете, с чего хочу начать? Вот с этой вот очень тяжелой коробочки. Что за тяжелая коробочка? Что там может быть? Ну, я так думаю, что это, конечно, цветочная тема какая-то. Ребята, я еще все еще немного разговариваю в нос, но мне уже вроде как полегче. Вроде как полегче. Так. Обалдела. Девчон, мало того, что она мне отправила личузу, да, она мне еще пришла личуза пон в новом дизайне. Девчонки, помните, мы с вами говорили, что заказываем, да, в новом дизайне, а приходит в старом. Так вот. Аня, как круто! Личуза моя личуза. Какая прелесть. Обалдела, вообще обалдела. Так. А тут у нас... Блин, как приятно, не могу. Сижу, улыбаюсь. Вот. Это тебе, да-да-да. Да, Надя. Да, Надя, ты же перестала сладкое кушать. Вот тебе вкусняшки. Так, как в этом... Блин, так все. Не хочу коробочку помять. Никакую. Боже ж ты мой, сколько вкусняшек. Это манго-маракуйя. Так, Анечка. Я... Несмотря на то, что в этом году не съела еще ни одной шоколадки. Ни одной, серьезно. Ни одной печеньки, ни одной шоколадки. Но я отойду чуть-чуть от своей, скажем так, строгой диеты сейчас. И маленький кусочек попробую. Сейчас налью себе чаек и обязательно попробую. Да моя ты хорошая. Спасибо тебе огромное. Это так приятно. Это так приятно, я прям не могу. Так, я обязательно сейчас выложу это видео и на Дзен, и на YouTube. Девчонки, я оставлю ссылку на этот канал, на эту прекрасную хозяйку канала Анечку.
потому что, ну, приятный человек. Спасибо тебе огромное.